Впервые с начала апреля в город пришла настоящая календарная весна. Последние несколько суток в Бобруйске было сухо, ветрено и пасмурно. Столбик термометра зафиксировался у отметки 18 с плюсом. На юге страны пожароопасная обстановка. Запрет на посещение лесов введен в 84 районах. В южноафриканском Лесото в конце апреля выпал снег. Это произошло впервые за последние два года. Из-за талых вод в стране опасно передвигаться на транспорте. В Бразилии проливные дожди превратили дороги в реки. Пожарные успели спасти несколько местных жителей. Люди оказались в водяных ловушках. В них превратились собственные дома. В Каруару всего за 6 часов обрушилось 80 миллиметров осадков. Местные власти объявили режим ЧС. В Беларуси к концу недели потеплеет. В субботу и воскресенье погоду начнут формировать атмосферные фронты и более теплые воздушные массы Западной Европы. Ожидается неустойчивая погода с дождями. В четверг город окажется в области повышенного атмосферного давления. В течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 6 до 8 тепла, днем воздух прогреется до 13 с плюсом. Кристина Ильянс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.